Привет всем, кто открыл сегодняшний календарь. Сегодняшний календарь выпал картой Оша Цен Тара существования. Существование. Почувствуйте себя не только, что вы существуете на физике, в этом теле, в этом мире. Почувствуйте, что существует ваше сознание. И оно огромное и вмещает в себя миры Вселенной. Почувствуйте эту связь в себе. Это осознание себя как части всеобщего существования, как части единого и целого. Чтобы легче эту связь нам было осознавать, мы сделаем медитацию сегодняшнего дня. Так, сядьте, пожалуйста, ровно, закройте глаза, глубоко вдохните в себя. Выдохнув, представьте, что вы находитесь на огромнейшем лепестке. В центре многочисленных лепестков. Вы центр. Забудьте о своем теле, начинайте медленно расти из него, образуя все новые и новые лепестки. С каждым дыханием вы становитесь все больше. Вы видите окружающее пространство. Вы видите звезды. Еще с другим, с последующим дыханием вы вырастаете еще больше. И ваше сознание охватывает пространство Вселенной. Тянитесь, как тянется цветок к солнцу. Центральному свечению, к свету. Хватите вашими энергетическими руками нашу Вселенную и покачайте ее. Станьте еще больше, расширьтесь.
пределах, когда вы просто видите свет без ограничений. Вдохнув этот свет, поправ себя, этот свет, эту информацию, возможно, вы видите какую-то энергию, которая передает вам информацию. Возьмите ее. Внесите свое энергетическое тело. Этот энергетический цветок. Мозг не может разобрать, что он видит. Но ваше сознание знает и запомнит. Возьмите всю ту информацию, которую вы можете взять, и глубоко вдохнув себя, выдохнув, медленно возвращайтесь к центру цветка. Вы становитесь меньше и меньше. Вы находитесь сейчас, вы видите лепестки кругом голубо-белого цвета. Вы идете глубже, и как бы растворяетесь. И ходите медленно в свое физическое тело. Глубоко вдохните в себя. И выдохни. Откройте глаза. Я надеюсь, каждый почувствовал это всеобщее и необъяснимое, что создало нас. Прекрасного вам дня и до следующего дня в календаре. Митененва Лайтланд, Ольга Дюйме. Пока!